до того, как я расскажу стих, я чуть-чуть Яша как бы коснулся то, что мы не знаем, если кто-то умрет завтра, сегодня, может быть, брат, может быть, сестра, направо или налево, или кто-то знакомый. Так что одно надо не делать, это не судить другого человека. Потому что это у них, может быть, сейчас сложности, или у них бывают проблемы, которые вы не знаете. Так что не надо судить, а надо молиться под них. И надо, если надо, подойдите и попросите, если им надо помощь. И мой стих – это «Не суди о том, чего не знаешь». «Не суди о том, чего не знаешь. Вот плетется по дороге нищий, ты о нем от жалости рыдаешь. Он же прячет нож за голенищем. Не суди о том, чего не знаешь». Вот живет в дворце своем богатый, ты в уме добро его считаешь, а ему темно в своих палатах. Не суди о том, чего не знаешь. Вот лицо сырого брата, ты его за это прорычаешь, у него же душа мягка, как вата. Не суди о том, чего не знаешь. Всех люби, а всех моли сердечно, ты сейчас всего не понимаешь. Все тебе откроет только вечность. Аминь.